После Второй мировой войны Корея была разделена на две части – коммунистический север и демократический юг. Война, которая была спровоцирована Северной Кореей в 1950 году, опустошила весь корейский полуостров. В настоящее время оба государства по-прежнему находятся в состоянии временно приостановленной войны. Напряжение ощущается постоянно, даже в эти самые мгновения. Т-16, все чисто. Т-19, все чисто.